украшают царевны. Тетрадь желаний. Добралась. Интересно, тест сложный будет? Ой, девочки, я так боюсь. Я тоже. А я как боюсь. А я на всякий случай все сказания Дивногорья прочла. Пошли, пошли. Нельзя опаздывать. Ой, я же дежурная сегодня. Девочки, а где карта Дивногорья? В музее. Я быстро. Ой! Вот это сюрприз. Спасибо, касатик. Вот теперь вы у меня попляшете. Ой, а это что? Тетрадь желаний. Как интересно. Стой! Верни чужое! Надо бы ее проверить. Хочу пончик. Исполняется. Так, а где Соня? Я предупреждал, что опоздавших мы не ждем. Вопрос первый. Ну все, Сонька тест провалила. Что это с ней? Ага, хоть бы извинилась за опоздание. Спящая царевна. Неплохо бы повесить карты, раз вы сегодня дежурная. А после того, как вы это сделаете, покиньте, пожалуйста, класс. Тест уже начался. А знаете, теста сегодня не будет! Да-да-да. Не будет. Урок окончен. Все свободны. Это как это? Да какая разница? Свобода! Девочки, ха-ха-ха. Меня благодарите. Все потому, что я пожелала, чтобы Кощей не проводил тест и закончил урок. Ха. Это что, гипноз? Нет, всего лишь волшебство. Ну где же ты? Вредная девчонка. Ой, Соня, а можно мне? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот, пусть солнце нам улыбнется. А вообще, выглядит жутковато. Ой, не надо улыбаться. Остановитесь. Нужно отнести тетрадь Кощею. Ты что? Представь, сколько всего загадать можно. Такой шанс нельзя упускать. Да поймите вы, это же опасно. Нельзя так легкомысленно обращаться с волшебством. А мы что-нибудь глубокомысленное загадаем. Угу. Ну все. Вы как хотите, а я иду к директору. Ну иди, иди. Я не знала, что вы такой фанат диско. А я только танец маленьких котят могу. А вы по какому-то вопросу? Или так, потанцевать? Она явно хочет нам что-то сказать. Профессор, выслушайте ее. А я пока. Эй, куда все исчезло? Это все Дашка. Тетрадь у нее. Верни тетрадь. Вечно ты все веселье портишь. Это моя тетрадь. Я ее нашла. Ну все, конец вашей школе.
Это вам конец! Ручка! Девчонки, ловите! Стой! Все, верните тетрадь. Она не ваша. И не ваша. Что теперь будет? Дашка, ты же умная, быстрее придумывай что-нибудь. Ой, девочки, зря мы тебя не послушались. Это из тетради? Да, оторвала случайно. Ручку? А ручек больше нет. Подойдет? Тетрадь, вернись на место. Да, сложная была ситуация. Тетрадь желаний – опасная вещь. Но молодцы, что сами справились. А теперь настоящие танцы! Волшебные заколки. Кощей Кощеич, в последнее время поступают тревожные сигналы от системы безопасности. Опять яга. Может, ее в камень превратить? Что думаете, профессор? Да нет, ни к чему. Ей не преодолеть нашу защиту. Вы уверены? Хорошо. Но Царевин нужно предупредить. Разумная предосторожность не помешает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я не опоздала? Ой, смотрите, смотрите! Какой смешной. Да, привидение с цветами. Арчи! Он нас стесняется. Наверное, влюбился в кого-то. Арчи, ну что ты? Давай к нам! Арчи, ты нас отвлекаешь. Девочки, вообще-то урок уже начался. Как же мне туда пробраться? О! Эй, касатик! А ты что такой грустный? Ой, красота какая! А у меня? Смотри, какие заколки есть. Давай мы с тобой поиграем. Одна царевна, одна заколка. В волосы им, понял? И никого не пропусти. Пусть для них такой сюрприз будет. Только осторожно. Тебя никто не должен увидеть. Сонечка, ну давай, вспоминай, вспоминай. Волшебные обереги. Что они делают? Они делают... Простите, небольшой перерыв. Уважаемые царевны, директор просит вас зайти к нему. Девочки, идите, мы вас догоним. Я только объясню Соне, что такое обереги. Очень важно разобраться. Правда, Соня? Что ж так долго-то? О! Ну что, получилось? Молодец! Все, игра окончена. Обернись, цветок, дурманом. Растерись, дурман, туманом. Власть возьми над волосами. Пусть наслушаешь школу сами. Наша система безопасности превосходна, но господин директор беспокоится, и поэтому... На нас кто-то нападает? А давайте пригласим моих братьев! Тебе никто слова не давал! Само как-то вырвалось. Что происходит? Я всегда мечтала это сделать! 3, 4!
ну все, довольно. Мяу. Что это с ними? Как заколдованные. Точно, колдовство. Не мешай. Исчезни. Как же нам туда попасть, а не разрушить всю школу? Замри! И вы тоже. На всякий случай. Пока я тут разберусь. Так, похоже, кто-то у нас провинился. Скоро, скоро. Наверное, уже подействовало. Ой, нет, убери эти заколки. Эй, не надо. Ой, что ты делаешь? Куда ты меня, тянешь? Я так и думал. Это не я, это он. Как я могла? Арчи, ты помогал Бабе-Яге? Все. Превращаю тебя в камень. Стойте! Не наказывайте Арчи, пожалуйста! Подождите, не нужно! Девочки, что вы мешаете? Мы его любим! Не надо! Я ведь и не собирался его наказывать. Правда? Да, здорово! Ура! Чем же она вас заколдовала? Гадость! Как же вам не больно? Надо холодно, или вы что же делаете? Смотрите, смотрите! Ну вот, теперь у нас появился еще один защитник. Пятница, 13-е. Ну что, вроде спят. Все, ушли. Суженый, ряженый, приди ко мне. Стой, нам не просто суженый нужен, а принц. А на принца короной гадают. Смотрите. Зеркало, зеркало, отдам тебе корону. Покажи дворца окно, там, где милого лицо. Ну? Что-нибудь видно? А где принц-то? Видно что-нибудь. Сейчас, сейчас, куда вы так спешите? Ой, да понятно уже все с твоим принцем. Ой, девочки, это карты, что ли? Откуда они у нас? Давайте лучше на картах гадать. Вам шах, господин директор. Шах? Да, действительно, опасное положение. Опасное. Я знаю отличное гадание на даму пик. Страшное. Зачем нам страшное? Нам же романтичное нужно. Что это оно летает? Это что, такое гадание? Ой! Господин директор, уж полночь. Да-да-да, близится, а Германа все нет. Сейчас, сейчас, профессор, сейчас, еще немного. Пока вы думаете, я, пожалуй, загляну еще раз к девочкам. Все-таки пятница 13-е. Хорошо, хорошо. Где она? Куда-то делась? Только этого не хватало. Гадали, значит. А я вам что говорил? Ни в коем случае. Особенно сегодня, в пятницу. Куда делся профессор? И зеркало разбилось. Смотрите,
бедненький. Ты что? Вдруг зеркало тебя тоже втянет? Ничего не втянет. Оно же разбилось. Давайте сложим осколки, вдруг мы сможем освободить профессора. Быстрее, помогайте. Вот это сюда. А это сюда. Вот так. Ура! Получается. Профессор, давайте, давайте. Нет, что-то его не пускает. Видите, у него не хватает кусочка хвостика. Ой, точно, одного осколка не хватает. Быстрее, ищем осколок. А не надо вам ничего искать. Я уже все нашла. Баба-яга? Вот ваш осколочек. Видите? Я знала, я знала. Я знала, что вы не станете слушаться взрослых и все сделаете по-своему. Пожалуйста, отпустите профессора. Сейчас. Зачем вам профессор? О, он мне совершенно не нужен. А нужна мне... Это ведь ты обещала отдать зеркалу свою корону. Зеркало, зеркало, отдам тебе корону. Да. Вот и хорошо. Ты отдаешь корону, а я вам хвостик вашего любимого профессора. Ну как, пойдет? Ну как же, если я отдам корону, то я уже не буду царевной. Зато я стану царевной и буду править твоим царством. Думай, думай. Времени до рассвета много, пока петух не прокукарякал. Варя. Волшебная карта. Превращай меня в царевну! Я настоящая царевна! Ла-ла-ла-ла-ла! Я настоящая царевна! Шу-би-ду-би-ду! Хватит! Отдавайте осколок! Осколок? Какой еще осколок? Все! Я полетела править своим царством! Что? Вы же обещали! Ой, а где моя метелка? Метелку забыла, представляете? Девочки, окружайте ее! Мы не должны выпустить ее отсюда! Что такое? Кукареку! Кукареку! Не может быть! Только недавно пробила полночь! Помогите! Так вам и надо! Мне не выбраться! Я навсегда останусь в карте! Отдавайте осколок! Вот! Заберите своего профессора! Только вытащите меня отсюда! Мяу! Профессор! Все в порядке? Вы как? Мы так за вас испугались. Как вы себя чувствуете? Помогите! У меня еще корона есть. Возьмите. Профессор, я же спасла вас. Варя, это был царский поступок. Я больше не буду. Кукареку. Петух-то не настоящий. Провели! Обманули! Профессор, что-то вы быстро как-то. Я даже не успел. У девочек все в порядке? Да, почти. А, ну, хорошо, хорошо. Вы знаете, мне нужно еще... немного подумать. Конечно, господин директор. Ой. А царевнам ни минуты не сидится. Им все играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный приглашают царевны. Царевна-лягушка. Огонь, разгорись! Защита, растворись! И голоби смерти явись! Смерть Кощея, покажись! Девочки, не отвлекайтесь. Тема нашего урока – ваш волшебный талант.
можно я? Меня спросите. А я копии умею делать. А я морозить умею. Стоп, 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 стоп. К доске пойдет... Василиса, прошу вас. Давай, не бойся. Попробуем все вместе разобраться, каким скрытым волшебством обладает наша Василиса. Если у нее лягушачья фамилия, значит она... Подумаешь, лягушачья фамилия, это еще ничего не значит. Подожди. Василиса, да ты чего? А что я такого сказала? Да, как непросто с девочками. Ну что ж, встретимся после перерыва. Да что ж такое-то? Дверь этой пещеры никогда не откроется перед злым сердцем. Тьфу ты, какая старомодность. Где я вам доброе сердце возьму в наше время? Так, не то. Давай-давай, на меня, держись, держись. Да нет в тебе ничего лягушачьего, совершенно ничего. Лягушки вообще холодные, скользкие, с пупырышками, фу. А ты очень красивая девочка. Красивая? А что тогда во мне волшебного? Волшебная красота. Вот и доброе сердце, как заказывали. Но вначале я стану одной из вас. А теперь за добрым сердцем. Мы что-нибудь придумаем. А я, между прочим, знаю, как волшебные способности поменять. Правда? Конечно, только чур больше никому. Я знаю тайную пещеру. Там хранится шкатулка, а в ней ключ к волшебным способностям. Бери любые, какие захочешь. Обморозительно. Дашка, ты настоящая подруга. Да ладно, чего уж там. Пойдем. Даша, подожди, это же не мне надо. Василиса, ну что ты? Пойдем. Стану девочкой-мотыльком или нет? Птицей буду летать или нет? Может, лучше в цветок превращаться, а вдруг сорвут? О, как это сложно выбрать себе волшебные способности. Даш, ты чего? Пусть она открывает. Но это же мне нужно. Не сметь со мной спорить. Ладно, ладно. Девочки, не ссорьтесь. Кощей. Теперь я стану бессмертной, а Кощей нет. Дашка, ты чего? Откуда у тебя метла Иги? Смерти утонула! Что же теперь будет с Кощеем? Нужно как-то достать эту иглу. А я не умею плавать. А я плавать умею. То есть, нет, то есть немножко, когда я... Что же делать? Какая красивая! Девочки, не думал, что вы у меня такие настоящие герои. И не побоялись ведь? Если бы не способность Василисы превращаться в... Ой. Да ладно,
Я же все-таки царевна-лягушка. Но просто лягушки-то совсем некрасивые. А ты красивая, я же видела. Да, с такими ученицами мне бояться нечего. Чудодейственные травы. Девочки, мы с вами продолжаем изучать тему чудодейственные, или, говоря простым языком, волшебные травы. Сегодня у нас будет практика поиск этих трав. А сколько нужно найти? Как повезет. Бывают растения распространенные, как что, Даша? Плакун-трава. Или приворожка. Да, правильно. А бывают редкие. Корень оберешки, например. Варя, боюсь, что оберешка встречается только в сказках. Ну как? Моя бабушка ее собирала. Значит, или ты перепутала, или бабушка. Да? А что вы скажете, если я найду оберешку? Ха-ха, Варя, мечтать не вредно. Некоторые царевны очень хотят быть особенными. Девочки, Варя, существование оберешки не подтверждено, к сожалению. Так что ориентируемся на официально принятый каталог. Ну что? Пошли. Девочки, не забываем, что лес – зона повышенной опасности, поэтому не упускаем друг друга из вида. Да помним, помним. О, это же остроглаз! О, не остроглаз, а чистослов. Фу ты, и почему я их вечно путаю? Ха, наверное, так тебя бабушка научила. Да мы с ней все про лес знаем. Я просто перепутала. Понятно? Соня! Аленка! Ау! Ау! Я здесь! А я разрыв траву нашла. Молодец. Ой, смотрите, дождевик. Или по-научному чихалка обыкновенная. Неплохо. Неплохо. Ну ладно, погодите. Так, ель, не то, не то. Ага! Вот же лопухи! Ну, где же ты? Где же ты? Ой. Как же я забыла! Бабушка говорила про лопух с крестом! Варя! Ау! Ты где? Вечно она мне мешает! Копия! Иди, отвлеки ее. Варя! Ау! Ой, ты почему не отзываешься? Варя, ты что? Обиделась, что ли? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, вот он, вот он. Корень оберешки. Я нашла его! Пожалуйста! Варя, стой! Варькина копия! С ней что-то случилось! Ау! Варя! Вон, моя избушка. Видишь? Не разговаривает со мной. Обиделась, видишь ли. А я, может быть, тоже характер свой имею. Пойдем. Что же делать? Пойдем. Ну что ты, неужели ты не хочешь мне помочь? Я ж помириться хочу с ней. Вот молодец. Вот сейчас она доставит тебя к избушке. Скажешь, в услужение прибыла. Ну что это от меня подарок? Она там тебя, конечно, на цепь посадит. Ну, будешь ее чистить, мыть, пол драить. Сдавайтесь! Вы окружены! Кощей, справа! Марлин, заходи слева! Профессор, сверху! Чего? А вот того! Чихалка обыкновенная! Что? Апчхи! 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 Варя! Апчхи! Ай! На веревках заклятие! Апчхи! Где мое противоядие? У меня в корзине обережка. Что? Не может быть! Ты меня разыгрываешь? Марлен же сказала... Да быстрее же! Апчхи!
положи на ладонь и крутани. Крути, круги, Варвару береги. Бежим! Кажется, подействовало. Что это? Девочки, царевны, все ко мне! Перекличка! Варя, вот это да! Это настоящая бережка? Ха, а ты не верила, вот видишь! Так, еще раз. Несмеяна, Елена Прекрасная, спящая царевна. Нет, их определенно здесь нет. А вот и мы! О, ура! Девочки, мы волновались, между прочим. Главное, что с вами все в порядке. Нет! Просто так вы от меня не уйдете! Давай бережку! Крути круги, от зла береги! Это, прости нас, что мы смеялись. Не может быть! Вы нашли обережку? Варя нашла! Ее бабушка научила! Жалко, что всего один корешок. Да ладно, еще найдем. Я научу, как обережку искать. Волшебница воды. Мне кажется, девочки немножко косятся на меня. Нет, они меня любят, конечно, но... Понимаешь, они ведь все уже почти настоящие волшебницы. Настоящие? Уже? Аленка облака двигает. Соня научилась с нами управлять. Когда они успели? Я предупреждала, что не потерплю тут никаких добрых волшебниц. А я до сих пор какая-то царевна-лягушка. Подумаешь, достала иглу Кощея один раз. И что? Эй, ты куда? Обиделась? Да я люблю лягушек. Я ж сама лягушка. Ну что ж, начнем, пожалуй. Ух ты! Так я умею управлять водой! О, Василиса, ты куда пропала? А чего это ты принесла? Что это? Я теперь волшебница воды! Да? Ничего себе! Показывай быстрее! Как ты это делаешь? А нас научишь? Научу, конечно. Только я пока сама не знаю, как это у меня получается. Ну, а теперь попробуйте справиться. Эй, ты чего? Давай, останавливай ее. Чего ты ждешь? Ну, я не могу. Я не умею. Может, ты сломала его? Вот тебе и волшебница воды. В окно его! Таким образом, обеспечить выполнение, записали? Выполнение, записал. Учебного плана. Учебного? Господин директор, вроде сыростью какой-то потянуло, не чувствуете? В самом деле потянуло. Так, давайте-ка сделаем обход, на всякий случай. Ой!
наши платья намокнут. Я за помощью Кощею. Что же делать? Арчи, помоги нам, пожалуйста. Смотрите, девочки. Арчи, молодец. Ура! Он нас спасет. Спасибо, Арчи. Девочки, но он же не может пить эту воду вечно. Вот именно. Ведь вода в нем никогда не кончится. Кувшин же волшебный. Я вспомнила! У кувшина была крышка. Если Василиса не найдет крышку, хам крышка. О, похоже, здесь был настоящий потоп. Слишком. Что тут происходит? Кто-нибудь может объяснить? Вот, из-за него все. Вечный кувшин. Да. Она украла его у нас сколько? Лет 100 назад. 200 как минимум. Кто украла? Баба-яга, конечно. Девочки, вы не представляете, какая это замечательная вещь. Профессор, в музей его. И заклинания выберите понадежнее. Вы настоящая команда. Молодцы. Арчи, ты тоже большой молодец. Вовремя пришел на помощь. А нашей царевне-лягушке отдельная благодарность за смелость. Эх, смелость, смелость. А волшебницей-то я так и не стала. Как была лягушкой, так и осталась. А? Ура! А царевнам ни минуты не сидится. Им бы все играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный приглашают царевны. Небесный бадминтон. Оп! А так? Ну, Варя! Объеденье. Профитроли. Это самое лучшее слово с тех пор, как я услышала слово штрудель. Вкусно. Девочки, помогите найти баланчик. Я так сильно ударила, что он улетел куда-то. Главный метатель валанов неизвестно куда. Ой, смотрите, это же метла Бабы-Яги. Девочки, пойдемте-ка лучше отсюда. Или мы можем взять метлу и полетать. Варя, нет, это же чужое. И я даже не притронусь ни к чему, что принадлежит этой Яге. И вам не советую. Ну и не советуй, а я пока полетаю. Варя! Да что вы такие зануды? Как эта штука работает? Метла, метла, лети в поля. А? Нет, что-то не очень. Метла, лети в леса. Ха-ха-ха. Да подождите, вы сейчас придумаем. А, вот же, я Баба-Яга. Не думала, что скажу это. Но я завидую Бабе-Яге! Варя-Яга! Кто следующий? Я следующий! Никто! Мы положим метлу на место и уйдем. И я хочу! Ха-ха-ха!
же! Ну что ты? Ну как вы не понимаете? Нельзя брать чужие вещи, особенно еги. Что вы к человеку пристали? Даша ведь высоты боится. Уже не боюсь. Но садиться на чужую метлу? Ладно. Только разочек. Метла! Метелочка! Ты где? Ку-ку! Вообще-то здорово. Кто теперь? Подожди-ка. А что, если попробовать так? Есть! Ого! Ого! У нас теперь две метлы. Три! Четыре! Пять! Берите ракетки! Давайте играть в полете! В небесный бадминтон? Ну, куда ты сбежала от меня? Ну, рассердилась я. Бывает. Эй, ну где ты? Не прячься. Соня, отбивай. Хорошо. Перехват. Оп, а вот так. Ох, вы злодейки. А я тебе. Давай. Хотите полетать, значит? Сейчас полетаем. Стоп, у меня же была одна метла. Не пять. Ладно, пять еще лучше. А теперь высший пилотаж. Красота! Не поняла. Кто разрешил? Вот здесь и еще здесь. Профессор, вы слышите? И кто кричал? Соня, что случилось? Метла! Яга! Баба! Ну почему я даже не послушала? Взяла чужую вещь! Ой-ой-ой! Я больше не буду! Вкуснотища какая! О! А почему только четыре? Будем искать пятую. Ой-ой-ой! Ай! Слишком быстро! Помогите! Кто-нибудь! Хватит! Тормозите! Пожалуйста! Да не могу я! И откуда их пять взялось? Это я! Копии сделала! Убирай их давай быстро! Мы сейчас с ними в открытый космос улетим! Чего застыло? А другие копии? А вы же меня вернете в школу? Да? Да верну я, верну! Тьфу ты! Да честное злодейское! Верну! Может быть, они куда-нибудь на деревья приземлились? Кощей, Кощеич! Варя унесла за облака, я не смогла ее догнать. Не волнуйся, мы найдем ее. Держите вашу Варю. Варя нашлась! Дарю. Ура! Мне ужасно стыдно. Да ладно! Никогда больше! Вкуснотищу вашу неси. На краю леса оставишь. Ледяной плен. Суббота!
девочки! Аленка! Ты что? Это не я! Да не я это! Что вы на меня смотрите? Я его сейчас разморожу. Как это? Ничего не выходит. Что бы это ни было, но мне кажется, это плохо кончится. Конечно, плохо кончится. Тю-тю вашим волшебным способностям. Метелочка моя! Да что такое? Может, на меня тоже подействовало? Тьфу ты! Господин директор. Не пугайтесь, профессор. Я здесь. Но что происходит? Вам нужна помощь? Боюсь, что да. Ни одно заклинание не действует. Представляете? Поднялся за книгой, и вот, не могу спуститься. Так, я немедленно отправляюсь к хранителю. Профессор, к хранителю пойдем вместе. Пока просто снимите меня отсюда. Но как? Лестница. В каком смысле лестница? Обычная стремянка. Понимаете? А, ну конечно. Я мигом. Что же делать? Аленка, попробуй еще раз. Он под землю опускается. Девочки, я за Кощеем. Профессор, вы аккуратнее, кочергой, аккуратнее. Ну, вас же все время относит куда-то. Так дышите в другую сторону. Может быть, мне вовсе не дышать? Может быть. Все в порядке, Марлен. Не волнуйтесь. Небольшая, так сказать, невесомость. Вот что. У меня удочка есть. Удочкой мы вас моментально поймаем. Как профессор учил, чувствуем кисть. Изнутри огонь. Давайте, давайте. Даша, не получается ничего. Варя, копии. Делай копии. Правильно. Мы пошлем их сосульки отламывать. Вот избалованные девчонки. Сами бы и поотламывали. Варя, бесполезно. Мы лишились своих волшебных способностей. Вообще всех. Девочки! Кощей пока не сможет прийти. Он под потолком летает. Его Марлен с профессором удочкой ловят. Нам самим не справиться. Здравствуйте, миленькие царевны. А я иду мимо. Смотрю, вы такие. Может, помощь какая нужна? Как это? Кому это в голову пришло? А по-моему, вы это и сделали. Да вы что? Такого я не могла сделать. Это же хранитель. В нем все наше волшебство находится. Ой! Еще и в землю проваливается. Этого я не предвидела. Быстро, быстро. Нужно срочно его разморозить. Но как? Мы уже пробовали. Невозможно. Без волшебства никак. Да при чем тут волшебство? Руками! Бегом в школу за швабрами! Будем сбивать сосульки! А потом вы нам опять вредить будете? Ну ты спросила. Конечно, буду. Это же у меня натура такая. Ладно, договорились. Объявляю временное перемирие. Чего там? По-моему, я вздох какой-то слышала. Это был его последний вздох. Девочки, это она! Она специально время тянула, чтобы наш дуб погубить! Да вы что? Я помочь хотела! Девочки, держите ее! Следите, чтобы она не сбежала! Я к Кощею! Какой удивительный сон! Прекрасные волшебницы спасли меня из ледяного плена. Проснулся, проснулся! Ура! Конечно, проснулся. Вот видите? А вы? Время тянуло, время тянуло. А он, между прочим, назвал меня прекрасной волшебницей.
Ситуация чрезвычайная. Ну, не стоит преувеличивать. Преувеличивать? Директор школы час под потолком болтался. Это как по-вашему? Еще кочергой два раза по голове получил. Извините. Ничего. Так. Ой-ой. По-моему, это Яга все устроила. Все, в камень, навеки. Нет, не надо. Мы же вместе. Исправили тут все. У нас перемирие. Временное. Да? Я пошутила. Не было никакого перемирия. Ждите от меня подарочков. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал.